Извини, Аркадий, я отражу. Я игнорирую ваши нападки. Молодец, спасибо. Денис, бери солдата. Окей. А то одной фары ты иллюзию играешь. Почему? Зарю иллюзию. Заря у меня основная. Ой, зарю и фары. Зарю и фары. Фара зарю. Что ты гонишь? Скирмиш все равно, какая разница. Как вы так вот вперед бежали? Они там резнулись. Где враги? Нет, ну ты конец выдавал. Аркадий там уничтожает. Аркадий, да. Нагибает. Давайте на респу зайдем. Там где-то дома. Ну, где два человека еще? За каждые 10 уровней одни крылышки добавляют, да, к иконке? Чего? Ну вот если таб глянуть там, 40 у тебя чисто. Да. Управление. Ну, все, да. Они испугались и вышли. Ну. Разогнал их всех, Аркадий. Надо играть как нубы просто, когда скирмиш. Чтобы чуваки думали, все, халява. Наконец-то. Да, они наоборот. И оставались. Не наоборот, скирмиши такие все зажали на респавне, а в игре потом... Мы в игре играем как нубы, чтобы они... Да, и мы ушли. Чтобы потом скирмиши оторваться. Да-да-да. Короче, против нас тут нубы, против которых нам будет слить особенно стыдно. 49-34, по-моему, 39. Это вполне не нубы. Ну, слушай, знаешь, это такие же уровни, как у нас. Да, смотрим на кельта, да. Да. Одним глазком так. С поправкой на то, что у меня после бета был 35-й, по-моему. Какой-то такой. В смысле, в бете? Ну, после этой... 5-го, у меня был 35-й левел. Ну, задрот. Еще один. И я очень... Кому-то победить. Так. Их Рейнхард. Ганзо. Солдат. Вот так вот, смотри. Нафига ты меня, куда вот ты мест? Вот сюда. У них... Солдат, Ганзо. Так, чуваки. Петр самый задрот. Победил Дениса задрота. У них два танка. Я меньше всех играю. Не надо. Два Рейнхарда? Окей. Да. Два больше тебе сломано. Блин, какая-то легкотня, вот турелька играть по сравнению с Team Fortress. Сзади кашир. Ничего не делай, то есть стоишь и лупишь. Все хорошо. Блин, металла нет. А, сзади пришел. Ой-ой-ой. Герой не умирает. Смотри, какая штука. Знаешь, что это? У них этот бастион сидит на турели. Ой, на машине. Да-да-да. Снял бастиона. Солдат. Убей его. Норм.
Да блин, собака. Бастион, наверное, не ожидал такого полета. Медик есть у нас? А, все, хилку вижу, спасибо. А ты где? Да, я тут крышу. Левей, 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 левей. Ошибень, зато ничего не вижу. Вообще ничего не вижу за твоим молотком, прям все в камеру. Тебе лучше встать вниз. Ой. Давай. Блин, бастион. Хорошо встал у них. Ах ты ж, рипер сверху. Снял бастион. Беру пару. Тащу пару. Да, молча делай всю работу. Не возмущайся, ничего не говоря, бред. О, кого-то убил. У них уллхак был, кстати. Неожиданно. Ой-ой-ой. Рипер ультанул на меня. Сзади кельт, сзади кельт, кельт сзади. Кельт, обернись. У кельта сзади кельт? Сзади кельт, сзади кельт. Кельт, кельт, вернись, я все прощу. Да все, я уже спасибо. Кто лежит? Риппер, по-моему, креспил. Да, поднимать не буду. А, бляха, снял. У нас рипер в тылу. Идем. Рейнхард, убей рипера. Ай, 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 блин. Зачем я пары залетел? Много упрощено. Например, патронов не надо. Бастион опять сел. Да, просто. До второго уровня можно апгрейдить. Ну бейте рипера. Бляха. Побежал. Ах ты ж. Ну персонажи очень разные по себе. Наконец-то. Лечи меня, пожалуйста. Такое четкое деление. Класс. Круто. Ну, спас, по-моему. То, что мёртвый умеет лечить через стенку, это прям... Победа. Ой. Конечно, надо тележку, чтобы меня протащили. Да, я знаю этот момент, да. Ага. Можете не показывать. Это вот когда... Да, когда тебя сняли. Ага. И потом меня сразу. Здесь щита нету. Вот так раз. Два щита нету, все хорошо. Раз, все. Ага, ну да. Да, а что у нас? Ищите, как вершится справедливость, уже награда. Ох, ох, ох. Навесили чувака. Вот как бывает, оказывается. Впервые видишь?